утонул, вроде фигня, да? А по колено. Сейчас будем ховер вытягивать. Чуть-чуть подзеленее там будет видно. Может, свяжем тросы? Стой. Секунду. Все, готов, поехали. Стой. Назад. Осторожно. Все, стой. Стой, Виталь, не дергай. Корень лежит, надо убрать. Да. Все, назад. Стой, Виталь! Все, остановились оба. Ничего себе. Не сматывай! Ну что, нашли мы себе препятствие. Здесь, так как снег, ничего не видно. Но на самом деле очень глубоко. Просто левая сторона провалилась. Здесь жестко. Сюда наступаешь, и все, автомобиль просто тонет. Я уже провалился и, как говорится, вот, смотрите, там вода. Будем вытаскивать. Ладно, цепляй. Пробуем ховер. Влево и вправо такие овражки с водой, где наступаешь и по колено просто под воду ходишь. В данном упражнении никакие блокировки на дастер и, например, Ниву не спасает. Сейчас играет роль только клиренс автомобиля. Так как у ховера лифтованный, на данном упражнении он лучший. Молодец. Отлично. Вот, видите, в чем проблема. Все, автомобиль повис. Пока двигается. Видите, сколько нагребает передней балкой. Вот на данный момент это минус. Есть, блин. Надо заблокироваться. Так, поехали. Ты не толкай это. О, сорвал. И все, машина пошла. Поехали. Езжай. Трос. Сейчас мы с вами прокатнемся на ховере.
человек расскажет про свой автомобиль. Ну и потихонечку выйдем. Так. Ну что, вот на Хомере. Знакомьтесь. Александр. Александр. Ну, автомобиль, конечно, по сравнению с Нивой побольше. У тебя 2 литра, да, по-моему? Да, 2. Никаких блокировок нету? Нету. А что, поехали потихоньку туда? Ну что, вперед? Да нет, пусть катится. Хотя, да, пускай он проедет. Скажи, пускай проедет. Обещай, вперед едет. То есть, 2-литровый пробег? 200. 200 тысяч. Это возраст. А у тебя давно он? Ну, года 5, наверное. Это ты сколько накатал на нем? Где-то, ну, у меня с нуля. А, с нуля у тебя? С нуля. Красавчик. Так, пускай. Ну, надо ему как бы газовать, наверное, потихоньку. Или проедет. Все, проехал. Нормально. Ну и скажи, за 200 тысяч, за 5 лет. Ничего не менено, кроме как шаровые масла, соответственно, и такие расходники маленькие. О, смотри, 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 вот это вылезет интересно. На ней, ты смотри, что вылез, интересно. Вот это чей пластик валяется? Не знаю, наверное, здесь не мы первые, наверное, катаемся. Вот. То есть по поводу эксплуатации никаких вопросов не было, никаких, да? Никаких, вообще никаких. Ни коробку не делали, ни мосты, вообще ничего. Ага. А вот на таких колесах больших давно катаешься? Да. Ну, я как взял ее, наверное, сколько? Года 2 этих колес. Ну, давай посмотрим. А лифт сам делал? Да, все это сами. YouTube в помощь. А расскажи, как ты лифт примерно делал? Под пружину подкладывал или нет? Нет, или что-то более серьезное? Под раму. Втулки под междурамные и кузова. Ага. Ну, отлично, отлично. Ну, то есть автомобилем, ты говоришь, доволен? Абсолютно. Да, доволен. У них есть проблемы, видишь, по проводке и так далее. А так в целом неплохо. И шумка, и коробка без Mitsubishi. И двигатель цепной стоит. Нет, ну то, что 200 тысяч, конечно, я в шоке. Вообще ничего не вкладывали. По двигателю даже видно, везде стоят пломба. Uh-huh. А, поменял еще год. Все. Классно. Ну дай бог, дай бог. Везде пломба еще стоят, ничего не делается. Ну все, понял, спасибо. Ховер в диагональном вывешивании. Так, смотрите. Не, цеплял. Нормально. Ну и Дастер. После Ховера. Посмотрим. Вот, смотрите, смотрите внимательно. Нормально, отработал. Чуть немножко, да-да-да. Вот это слабость. У Дастера за это отвечает система ESP. А здесь, сами видите, стоят свободные дифференциалы. Ну, ходом только, конечно. Минус моей Нивы с 215-ми колесами. То, что упирается в арку крыла. И самоблок не проворачивает. О, смотрите, колеса вывесились. Вот, давайте посмотрим. Ну, классно, классно. Отлично. Ну или так. Отлично. Тьма.
Отлично. Дастер рулит. Я сейчас дифференциал попробую не заблокировать, только компонентный. Давай посмотрим. И заодно посмотри, колесо будет кренить заднее. Не, ну заднее право разгруженное, оно нормально, не зацепляется. Не включились у тебя блокировки. Ребята, итог диагонального вывешивания на Ниве с тремя самоблоками. Самоблоки – это не стопроцентная блокировка. Как видели, что нужны обороты и время, чтобы они заблокировались. Пробовал и ручником поджимать. Выехать можно на самоблоках. Это как примерно система ESP, только система ESP автоматически включается. Ну, путем поджатия колодок. Здесь обороты, нагрузка, только потом они блокируются. Вот думайте сами, нужны они вам, не нужны для вас. Вот три самоблока поставил, перед, зад, еще и в раздаточную коробку поставил. Самоблоки работают только при, самый лучший вариант, при движении автомобиля. Например, в гору вы едете с диагональным вывешиванием, там уже винты заблокированы, в принципе, они уже зажаты. И они работают, они будут отрабатывать. Не жестко. Вот вам разница, наверное, от стопроцентной блокировки и самоблоков. Как знал, как смог, я вам показал. Ладно, мы едем дальше, что-нибудь другое снимем. Вот видите, в движении самоблоки работают и помогают, тащат нормально. Как я говорил, только при движении самый эффективный способ. Интересная трасса на горочке, где мы катались. Сейчас впереди едет ховер. Я пока еду за ним. Дастер Алексей выехал. Так, вот здесь я не знаю, смотрите.
Ух ты, тяжело. Сейчас будем дастровать, ой, ховер, наверное, вытаскивать. Так, первая пониженная, едем. Вторая пониженная. О, на второй пониженной вообще интересно. Вот сейчас, на данный момент, самоблоки работают все. Вот когда в движении вы крутите, тут выигрыш от стандартной Нивы очень большой. Вот даже сейчас, вот видите, автомобиль в диагональном вешне, в движении, все будет отрабатывать прекрасно. Когда... Пробуй, как получится, давай выезжай. Прошло буквально, я не знаю, три дня. Пониже склон сначала. Три дня прошло, склон уже подсох. Я здесь не смог выехать, потому что было много снега. И как помните, когда я разгонялся вот в том месте, бампером ударялся, ну и боялся сломать. Ну давай посмотрим. Ну блин, вообще класс, молодец. Предсказуемо, что клиренс автомобиля в эту горочку, я когда набирал скорость, бился всегда бампером, то есть не было у меня хода. Ховер повыше набирает скорость и проходит спокойно вот эту вот ступеньку, он не бьется. По грязи, вот как сейчас ездим, автомобиль ведет себя отлично. Резину мы не травили, едем, ну, стандартно, 2 атмосферы. Вот двигателя с 3 самоблоками хватает вполне на пониженной передаче спокойненько. Вот сейчас видите, подъемчик небольшой, грязь, спокойно движемся, спокойно едем. Ну, наверное, пока все, потом что-то будем думать дальше. Предлагайте какие тесты, потому что я делаю то, что я знаю, вы подскажите, что лучше сделать. Вот. Все, давайте, подписывайтесь, пишите комментарии. Самое главное, пишите комментарии, ребята. Что вы думаете вообще, предложения ваши. Давайте вместе что-нибудь придумаем. Какой-нибудь тест. Все, давайте, не буду вас мучить.
нам выезжать до дома осталось чуть-чуть.